здесь произошло? Кто тут еще, кроме нас, на этом чертовом корабле? Мы контролируем боевой комплекс корабля «Сулама». Противник бьет прицельно. Это «Рейдер 6-5». Открыли ответный огонь. Он проигрывается. Они живые люди. Сэр, эти люди стреляют в нас. Не уходим в итог. Первым... Так, подождите, давайте-ка заглянем в модификацию оружия. У нас есть штурмовая винтовка, у нее урон повыше. Что у нас для нее есть? Двукратный оптический прицел. Купить. Давай купим, почему нет? Так, остальное все заблокировано, да? Хорошо, помповый дробовик у нас есть. Меткость увеличивает, хорошо. Ну давайте вот это купим еще. Так, служебный пистолет. Ну, импульсную винтовку тоже могли улучшить. Но пока не будем. Огонь не открывать! Сможешь добраться до мостика и уничтожить весь боевой комплекс? Время в этом нет! О'Нил, будешь сидеть на жопе ровно, все морпехи на обоих кораблях погибнут! Так что считай, что это не вопрос, а приказ! Шевелись, солдат! Понял. Так, теперь мы еще и с людьми сражаемся. Причем с бойцами Вейланд Ютани. Блин, надо было импульсную винтовку улучшать с прицелом. Так, ладно. Вот гад. Так, это О'Нил, это наш. Так, ну мы отсюда пришли, да? Да. Так, что у нас на этом уровне? 3 жетона, 2 аудиозаписи. Посмотрим, сможем ли мы их найти. Белла! Белла, это О'Нил, слышишь меня? Да, я здесь, здесь. Прячусь на складе рядом с грузовым отсеком номер 3. О'Нил. Хорошо. Держись, детка. Уже идем. Все эти вояки — люди Вейланд Ютани. Они наемники. Что это значит? Это значит, про устав можно забыть. Они здесь что-то прячут, и свидетели им совершенно ни к чему. Поэтому зачисти тут все как следует от этой мрази. Понял. Ура и к черту! Выполняй задачу! Так, выберите гранату, нажмите, чтобы бросить. Если вы хотите бросить с задержкой, зажмите, я вас понял. Нет, тут ничего нет, окей. Пошли, братан. На него кто-то напал, что ли, или мне показалось? Черт, не пройдешь, просто намертво. Давай туда не пойдем. Так, турели тут. А, это плохой знак. Что будем делать?
справишься. Так, чтобы поднять груз или ударить... Твою мать! А, тут эти. Фу. О, жесть. Может его сразу прибить? Так, погоди-ка. Да уж, не понос, так золотух. Тут эти Сэр, будут. Вы это видите? Видите? Кто все эти люди? Нам сюда? Не, я тогда сюда не пойду. Я хочу все собрать. Погоди, Анил. О, шо это, шо это? А, это патроны для этого. О, жетончик. Капрал Синтия Дитрих. Да, нам точно не сюда было. Так, то есть у меня два дробовика, вы хотите сказать? Да нет, у меня один дробовик. Максимальная броня. Черт, он был открывшийся. Доктор, о! Питер, я отклоняю вашу просьбу. И делаю это по одной простой причине. Твою мать! Видели, как издалека она прыгнула? Вообще жесть. Я в нее начал стрелять, она такая, ах, ты стреляешь в меня? И такая, прыгнула, блин, а? Так. У, шо это? А, я попал по нему, слава богу. Вообще против них надо дробовик, конечно, использовать. На всякий случай. А! Так, если тут будут фейсхагеры, давайте пока дробовичок возьмем. Он-то подейственнее будет. Ого, тактический дробовик получили. Так, шо это? Кто это бегает тут? А-а-а! Он еще говорит, слышишь? Да фу, блин! Где он? Мне страшно. Вы слышите? А, я его увидел. А, как это мерзко было. Он такой, такой, блин. Ну его нафиг. А, жесть, я аж испугался. Жесть, там было яиц. Вот это вот, да, это вообще. Лучше бы кучу чужих запихнули. Что я сделал? Анил, что ты помалкиваешь? Мне ж напрягаешь даже.
Так, дверь нельзя закрыть, да? Если нельзя закрыть, значит со спины не нападут. Ну же, это я. Ого, она здоровая. Господи, Белла. У тебя на лице была эта штука, когда ты очнулась. Ты точно в порядке? Анил, она была уже мертвая. Я в порядке. Отодрала ее, как только пришла в себя. Со мной ничего не случится. Как же я счастлива вас всех. Да, да, да. Можно ее сразу пристрелю? Послушай, Сифора попала под обстрел, и мы идем отключать боевой комплекс. Ты как, а? Анил, я в полном порядке. Что ты как маленький? Идем. Она больше его, блин. Сифора, говорит Винтер. Мы нашли Беллу из Рина 2-3, но нас обстреливают люди в Эйланд-Ютоне. Направляемся к мостику. Укажите кратчайший маршрут. Следуйте через инженерный отсек к рельсам. Понял, Бишоп. Через инженерный отсек. Буду докладывать обстановку. Да, где собственно. Двери, говоря, у нас тот же самый Бишоп. Почему я режу дверь? А, да, кстати, давайте... А, почему нельзя модификацию оружия посмотреть? Ладно. Потом посмотрим. Просто хотел сразу винтовку улучшить. Вижу 3 Шайена. Они высаживают морпехов на Сулака. Морпехов? Парни, не стреляйте по своим, а гадов из Вэйю отправьте прямо в ад. Наконец-то прибыло подкрепление. Почему мы уходим с Сифоры? Потому что Сулак убьет по ней из крупного калибра. Если не доберемся до мостика, погибнут люди. 2-1. Вы добрались до рельсов? Почти на месте, Бишоп. Не, ну... надо отдать им должное, я испугался. Сержант Фолтер, да? Или кто там был? Так, куда идти-то? Опять я буду резать дверь. Да. Так, у меня полная броня. Так, это наших перестреляли тут. Где жетончик не завалялся, да? Двигаемся, двигаемся, ребятки. Говорит Сифора, поднимайте в воздух все, что есть, и увозите оттуда всех наших. Всему экипажу Сифоры покинуть корабль. Повторяю, всем покинуть корабль. Новые позывные капитана Сулака. Повторяю, Сулака. Конец связи. Сулака, это Уинтер. Продвигаемся по рельсам в сторону мостика. Что там происходит в первом грузовом? Жесть, это... Сулак обстреливает. Бишоп говорит, что Сифора не выдержит обстрела. Ее реактор скоро взорвется. Наши парни рассчитывают на тебя. Кто кого обстрелил? Сулака Сифору или Сифора Сулака? Потому что мы-то на Сифоре же вроде как. А вроде мы обстреливаем. Ты шо, гад, будешь по мне стрелять? Бессмертный, что ли, или чё? А, это Анил, господи. О-о-о! Жесть, там чел мощный пришел. Сифора стреляет по нам. А, вот. А, Сефора, мы на Сулака? А, ну все правильно, да. Мы убиваем своих морпехов. Да, все правильно, мы на Сулака, да. Все верно.
Так, я могу я могу модификацию оружия пострелить. Так, импульсная винтовка. Что я могу сделать? Тактический дробовик я сделать, да? Увеличенный магазин. Коллиматорный прицел. Давайте прицел купим. Прицел будет пока полезнее. Тактический дробовик у нас есть теперь. Так, подожди, что написано? Стандартное оружие американское морское. Так вот. Сам заряд дробовика изготовлен из термостойких сплавов, благодаря чему из него можно вести огонь в высоком темпе без риска повредить конструкцию за перегрев. Штурмовая винтовка калибра 10 мм для стрельбы с средней дистанции. Принцип действия основан на электронных импульсах. По сравнению с предыдущими моделями, обладает меньшим боезапасом, но более сильным останавливающим действием. Штурмовая винтовка калибра 7,62 для стрельбы с средней дистанции. Спусковой механизм спортивного класса, которым осточное оружие обеспечивает плавный контролируемый спуск. Простой, надежный, весьма эффективный дробовик с помповым механизмом. Стандартный пистолет морской пехоты калибра 9 мм изготовлен из легкого стального сплава. О, гораздо лучше стало. Так. Такс. Опа. Что это? Генератор? Отлично сработано, пускай с ботом. Так, по кому ты тут стреляешь? О-о-о!
Я думаю, кто тут ходит? Думаю, это, блин, враги, что ли? Это О'Нил, блин. Ты кто стреляет-то? Больно? Блин, я так и знал, что сейчас кто-то эти бочки подорвет. Я просто сам их заметил, когда начал стрелять. Такой думаю, блин, надо в них бы не попасть. И, короче, они подорвали. Ну вы даете, ребята! Давай, грузи быстрее. Так, мы тут убили его уже, да? Умер? Умер. Что происходит? Вот скотина, ты посмотри. Ау! Они тут повсюду. Чё-то вы молчите, ребята, неразговорчивые какие-то. Вот вы придур... Вот вы придурки! Вы же только что подорвали. Почему она еще раз взорвалась? Я не понимаю, что происходит. Ребята, ну вы шо? Серьезно, отсюда? Ненавижу ботов. А вот и жетоны, не зря я умер. Я зайду с вами. Так, импульсная винтовочка, что ж тебе можно улучшить? Давай вот это сделаем тебе. Вы идете, да? Давай, проходи быстрее, Белла, Белла, Белла. Ну вас нафиг, я вниз пойду.
Все, как вы в прошлый раз бочки-то подорвали, идиоты? Ну иди. Ау, прям в лицо. О, птичка. Фу, я живу. Твою мать. Вау. Кто стреляет по мне? Больно-то так. О, аудиозапись. Нет. Ой-ой-ой. О, да, аудиозапись, да? Это же аудиозапись. Вот я дебил. Ау! Ну их нафиг, бежим быстрее. Они там все повзрывали к фигам. Со мной тоже. Я вообще своего рода не шутник, даже можно сказать. Пошел нафиг. Это я подорвал, да, это я. Так, у меня же есть дробовик, в котором дохрена ли он патронов. Хотя да, и теперь тут много. Кто же захватил боевой комплекс Сулака? Похоже, мы скоро это узнаем. Наверняка мостик серьезно охраняется. Так замочи их всех. А, простите. Ступил. У кого реакция? У кого реакция клина, мать его, Иствуда? У меня, потому что вы, идиоты, стоите и нифига не делаете. Вот что мне с вами делать, а? Вот что мне с вами делать? Проклятие! У них турели! Стрелять тут бестолку! Обойди их и отключи ко всем чертям! А чё орать-то? Это турель. Он меня убил! Как? Что? Я его вообще не видел. Я думал, я двоих убил. Там что, третий зашел, что ли? На чай? Да давай уже, давай. Показывай. Проклятие, у них турели!
болтать тут без толку! Обойди их и отключи ко всем чертям! Так, нам направо, я пойду налево. Так, это в прошлый раз отсюда эти челики зашли, да? Ой. Там чертова турель! А, это отсюда можно было сразу сюда выйти, да? Как не вовремя. Как их обойти-то? А, все, нашел. Да, большая карта. Да все, все, я иду, я просто броню подбирал. Сэр, мы добрались до мостика. Задание выполнено. Поздно. Сэр, о чем вы? Мы же здесь. Злака, Сос, Сос. Реактор в критическом состоянии. Мы ничего. Извините, сэр, мы не смогли. Нет. Экипаж, внимание! Говорит Сулака. Всем приготовиться к столкновению. Я горжусь тем, что служил вместе с вами. Храни вас, Господь. Какой-то слабенький взрыв, конечно, но... В общем, был уничтожен Сифорос. Зато все выжившие морпехи, которых не успели эвакуировать, остались на Сулаке. Так, ну что ж, надеюсь, это видео вам понравилось. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, вступайте в группу канала. Ссылка будет в описании. Увидимся в следующем видео и всем пока.